Всем привет! В данном видео расскажу, как заменить батарейки в таких настольных сувенирных часах. Итак, приятного просмотра! Итак, перед нами вот такие вот сувенирные часы непосредственно. Для того, чтобы заменить батарейку, мы можем открыть. Кстати, крышку легко открыть именно вот здесь, где мы можем корректировать время непосредственно. Можем вот ногтем поддеть, то есть, ну, понятное дело, если что, можно поддеть непосредственно пинцетом, отверточкой маленькой. И здесь мы непосредственно видим вот тут батареечку, которую также легко заменить. Вот я себе уже подготовил про запас вот такие батарейки-таблеточки. В данном случае это АГ1, но также есть заменители Г1, ЛР621, ЛР60, 164, SR621W, GP64A, 364. Ну, то есть там вот есть аналоги, которые можно заменить. Соответственно, подготавливаем новую батареечку. Вот, положим стороночку, чтобы не перепутать. Можем пинцетом, соответственно, поддеть, вот аккуратненько, да, чтобы вот отсюда, чтобы не повредить контакты, поддеваем и хоп. Если у вас нет пинцета, можно маленькой отверточкой, ну, сильно не давим, чтобы не испортить. Так, мы здесь видим контакты, да, вот, непосредственно берем новую батареечку и, соответственно, уже вот до щелчка защелкиваем. И у нас часики ходят. Все, мы батареечку заменили. Теперь можем закрыть крышечку. Так, и когда закроем крышечку, вот нужно непосредственно сопоставить. Вот видите, да, тут вырез есть. Вот он должен совпадать с тем, что вот, вот этим, с этим рычажком, так скажем, да? Вот, все. Захлопываем крышечку и все. Все у нас отлично, часики ходят. Все, батарейку мы сами поменяли. Все легко и просто. Всегда держите про запас необходимые батареечки. Вот. Ну и, разумеется, не забудьте скорректировать время, чтобы у вас часы время было указано верно. Ну это понятно. Такая была инструкция по замене батареек в таких вот настольных сувенирных часах. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Ставьте лайки, лайки помогают. Также развитие канала и, конечно же, снимать для вас новые интересные видео. Делитесь данным видео, пишите комментарии. Если не знаете, что написать, можете пройти, как уже ранее сказал, просто про клавиатуре, что получится, то получится. Всем желаю благополучия, всем успехов, всем пока!